Внимание, внимание! В магазинах «Титан» огромный выбор бытовой техники для кухни. Микроволновые печи от 1990 рублей. Чайники электрические от 490 рублей. Супер цены! Гарантия на весь ассортимент. Хочешь сэкономить? Приходи в «Титан». Хотела больше лайков. Кировская школьница станцевала на скульптуре павшего воина, точнее, на его голове. Это произошло на территории мемориального комплекса у Дворца пионеров. Прокуратура начала проверку. Самого видео в интернет-сети уже нет, его удалили, как сообщают в прокуратуре. 4 августа в популярном приложении TikTok появилось видео, как 12-летняя школьница встала на скульптуру павшего воина и исполнила там танец. Прокуратура начала проверку по факту осквернения мемориального комплекса. Специалисты будут давать оценку действиям школьницы и ее родителей. Их могут оштрафовать. За последний месяц это не первая история, в которой подростки, так сказать, используют мемориальные зоны не по назначению. В конце июля две девочки 9 и 10 лет сушили одежду у Вечного огня в парке Победы.